Мы узнали о том, что в интернете появилось предложение от псевдо-рендер-фермы. То есть есть люди, которые решили сделать эмулятор рендер-фермы, разработали вот похожую программку, даже вот логотипчик выдернули, даже видно, что не особо сильно старались. Ну и, в общем-то, создали клон рендер-фермы и активно продают ее за 300 рублей. Ну, может быть, кому-то и дороже, и вы должны понимать и передать своим людям о том, что действительно популярность наша очень сильно растет, и так как у нас действительно идут серьезные обороты и заработки по рендер-ферме, это не может не привлекать разных шарлатанов, которые пытаются каким-то образом подделать программку, вот, и собрать побольше денег от тех, кто захочет себе это приобрести, ну и потом, конечно же, исчезнуть. Поэтому, друзья, очень важно обязательно покупать программу именно на сайте компании GNetwork, вот, потому что потом будете пенять на себя. Все это дело очень недолгое, и с одной стороны, конечно же, льстит, и мы очень рады, что мы настолько стали популярны, на нас обращают внимание, но и, конечно же, не очень приятно, что обращают внимание не только потенциальные, да, сетевики, потенциальные наши партнеры, вот, а обращают внимание также и различные дельцы, которые пытаются вот таким вот образом обдурить тех людей, которые хотят стартовать в компании GNetwork. Поэтому, друзья, очень важно, еще раз повторю, покупать именно в магазине GNetwork и предупредите, пожалуйста, всех своих новичков.